Здравствуйте, я к папе. Я тебя туда не пущу. В приеме у отца важный клиент. К тому же он еще и единственный. Я даже на минуточку. На прошлой неделе твоя сестра Даша уже заходила на минуточку. Посетитель увидел черепа на ее футболке и чуть в окно не выпрыгнул. Ух ты, вот это удача. Билет на сегодняшний матч. Какая наглость. Это мне подарили. Наш новый клиент – массажист футбольной команды ЦСКА. Он подарил мне билет на сегодняшний матч. Я на футбол, конечно, не пойду. Сохраню билет на память. Билет можно скопировать на ксероксе. Тамара не заметит разницы. Ой, крышка отвалилась. Она сама. Я ничего не трогала. Тумбочка закрыта на ключ. Зачем тебе ключ от тумбочки? Папа меня просил протереть пыль в тумбочке. Что-то слишком пыльно там стало. Раз тебе нравится наводить порядок, тогда собери визитки клиентов. Потом получишь ключ. Молодец, теперь можешь и тумбочку протереть. Почти как новенькая, но все равно еще шатается. Зря ты с ним возишься. Все равно у него картридж закончился. Картридж от факса может подойти для ксерокса. Надо как-то вытащить его отсюда. Листок скрутился. Все ясно. Картридж от факса может подойти для ксерокса. Надо как-то вытащить его отсюда. Как все запутанно. Попробуй еще разок. Получилось. Yes.
коттедж остановила. Надеюсь, не взорвется. Какая наглость! Это мне подарили! Ну, я пошла. Передавайте привет папе и его клиенту. Счастливо. Обязательно передам. Поздравляем с новым рекордом!